этом году в Астане запустят заводы по переработке зерна и риса, а также предприятия по выпуску хлебобулочных изделий. Кроме того, столица построит еще 2 торговых центра. Один из них в районе Сары-Арка, второй по левому берегу. Появится несколько крупных дискаунтеров в магазинах с ценами ниже рыночных. Об этом в Сенате сообщила заместитель акима Астаны. Депутаты, представители акимата, руководители крестьянских и фермерских хозяйств обсуждали вопрос продовольственной безопасности столицы. Потребность в расширении торговых площадей вызвана растущим населением мегаполиса. В Астане проживает свыше 1 000 000 человек. Ежегодно в город прибывает около 50 тысяч новых жителей. Участники отметили увеличение продукции агропромышленного комплекса. Они считают, что продовольственную безопасность Астаны должны обеспечивать не только близлежащие Карагандинской и Акмолинской области, но и другие регионы. Есть группа товаров, которые не производятся в этих регионах. В частности, Южно-Казахстанская область может поставлять уже с марта месяца свежую плодовочную продукцию, которая по себестоимости на 30-40% дешевле по производству, нежели ее производить в северных регионах. Нужно наладить прямой контакт непосредственно производителя с покупателем. Конечно, услуги посредников они должны быть, но цена не должна разниться в разы. Аграрии Кызылординской области готовятся к весенним работам на полях. В числе первых из них приступят земледельцы Жалагашского района. В местных хозяйствах проведена в порядок сельхозтехника, заготовлены семена, расширяются вопросы по поставкам ГСМ и минеральных удобрений. Хозяйство Байтабын – одно из крупнейших в селе Бухарбай-Батыра. Весенняя поливная кампания в Жалагашском районе стартует со дня на день. Из 32 тысяч гектаров площадей 18 тысяч отведут под рис, остальные займут кормовые. К слову, акцент на них и делают. В нынешнем году под посевы в регионе отведено 177 тысяч гектаров. Меньше половины из них займут рисовые клинья. Большую часть – кормовые, бахчевые и масличные культуры. Заготовлены семена, закуплены удобрения. Решен вопрос горючим. Если не подведет небесная канцелярия, то через пару дней новому аграрному сезону будет дан старт. 1500 гектаров займет рис. 1000 люцерна. В этом году мы увеличим посевы люцерна еще на 200 гектаров с целью поддержки кормопроизводства и животноводства. На поле выйдем на 10 дней позже обычного. Однако небольшая задержка на результатах не скажется. Обильные осадки и благоприятная погода в помощь. Компания «Бабушкина Крынка» стала обладателем гран-при продуктового конкурса, в основе которого лежит мнение тех, кто ходит в магазин каждый день. Из 90 участников у этой компании один из лучших результатов. Самое главное – это опрос покупателей, который проводится по всей стране. Для любого производителя это лучший ориентир. Сейчас могилевская молочная компания «Бабушкина Крынка» модернизирует производство. За 5 лет в оборудование и рецептуры вложено 150 миллионов рублей. В основе любого бизнес-плана именно исследование предпочтений белорусов. На протяжении последних 3 лет именно бренд «Бабушкина Крынка» пищевой индустрии страны удерживает позиции самого дорогого. Сегодня так называемый продуктовый портфель могилевской молочной компании представлен уже 4 торговыми линейками. «Бабушкина Крынка», «Свежие новости», «Эко-Грека» и «Веселые внучата». И все они хорошо распробованы и по достоинству оценены покупателями. Кроме того, продукция удостоена премии правительства в области качества, а предприятие отмечено в номинации «Лидер». Эта премия значит для нас очень многое. Почему? Потому что эта премия присуждается нашим потребителям, покупателям, которые изо дня в день оценивают наши продукции. Поэтому мы выражаем искреннюю благодарность нашим покупателям. И отдельно я хотел выразить искреннюю благодарность всему холдингу «Бабушкина Крынка», тем людям, к всему коллективу, который изо дня в день делает эту продукцию. Увеличение товарооборота, жилищное и дорожное строительство, поставки продуктов питания и создание новых совместных предприятий. На повестке все сферы. Беларусь и Санкт-Петербург по объемам торговли уже приблизились к докризисному 2014 году. Товарооборот превысил 1,5 миллиарда долларов. Стоит задача дотянуть до 2. Стороны заинтересованы в сотрудничестве в строительной отрасли, в развитии межрегиональных проектов, в поставках коммунального и пассажирского транспорта. Закупать городской транспорт будут в Минске. Еще одна тема для обсуждения.
обсуждения – это развитие высоких технологий. Стороны подписали программу научного сотрудничества. Она включает более 90 конкретных программ и проектов. Например, белорусов пригласили поучаствовать и в создании в Петербурге Международного центра технологических инноваций. Питерцев приглашают изучить белорусские предложения в свете работы нового документа о развитии цифровой экономики. У нас уже есть положительный опыт поставки белорусских трамваев «Метелица». Правда, он называется в Петербурге «Чижик». Ну, в общем, я думаю, неплохие ассоциации. Вот, и мы уже 9 вагонов поставили. Я думаю, вы уже многие санкт-петербуржцы успели их оценить по достоинству, их качество и комфорт. И в общем, у нас большие планы по продвижению этой продукции. Ровно через год белорусская атомная станция произведет первые киловатты. Стройплощадка станции в Островце – одна из самых открытых в мире. Здесь бывают представители не только международных организаций, контролирующих использование атомной энергии, но и журналисты из разных стран. Снимать и фотографировать можно. Первый энергоблок и турбинное отделение готовы на 90%. В ближайшее время здесь приступят к испытанию трубопроводов. На пульте управления будут работать квалифицированные специалисты. Они прошли подготовку и стажировки. Энергетики уверены, что вот станции в строй в следующем году сделают белорусские товары более конкурентоспособными, а в стране увеличится число потребителей электроэнергии. Стройка атомной станции – одна из самых крупных в стране. Одновременно в Островце трудится около 7 тысяч человек. Строительство регулярно посещают миссии международных инспекторов, которые положительно оценивают ход работ и подготовку персонала. Атомная станция в условиях дорожания энергоресурсов в мире в целом, она сегодня более экономичная себестоимость выработки, чем на станциях с органическим видом топлива. Мы провели масштабную модернизацию генерирующих мощностей в нашей энергосистеме. И она сегодня самая эффективная на постсоветском пространстве. Вот. А с вводом атомной станции она будет еще более эффективная. Россия и Кыргызстан на межправительственной комиссии подписали программу сотрудничества на 4 года. Стороны отметили динамику роста экономики в разных сферах. К примеру, только в 2017 году товарооборот между странами увеличился больше, чем на 30%. И это, по словам партнеров, не предел. Акцент в отношениях стороны поставили не только на экономику. Развивать планируют туристическую отрасль и культуру. Торговые сети сейчас ведут активные переговоры по увеличению поставок, а мы со своей стороны направляем инспекции, расширяем реестр предприятий, с которых может поставляться продукция. Турецкая национальная валюта упала ниже рекордного минимума в 4 лиры за доллар. Падение курса происходит на фоне опасений инвесторов, что начнется глобальная торговая война. Кроме того, усиливается давление на турецкий Центробанк, чтобы тот ужесточил политику. В этом году лиры потеряли около 5% по отношению к доллару. Это поставило ее в список самых слабых валют среди стран с развивающимися экономиками. Особое беспокойство инвесторов вызывает монетарная политика Турции в отношении размера процентной ставки. Президент страны Таиф Эрдоган не раз призывал ее уменьшить, чтобы стимулировать рост экономики. Кроме того, инвесторов беспокоит то, что Эрдоган все больше дистанцируется от Запада. При этом Центробанк не решается повысить свою ключевую ставку и отреагировать на растущую инфляцию. Это вызывает подозрение в том, что они находятся под политическим давлением. В феврале уровень инфляции в Турции составил 10%, а в конце прошлого года он превысил 12%. Это был наибольший показатель более чем за десятилетие. 4 – это критический и психологически значимый уровень, но, похоже, мы в ближайшие месяцы и его минуем. И главная проблема – не масштаб падения курса. Если турецкая лира продолжит обесцениваться столь быстрыми темпами, то проявятся другие проблемы. Лондон может потерять свое положение крупнейшего международного финансового центра из-за Брексита. Столетиями город был критически важной артерией мировых финансовых потоков. На финансовый сектор приходится около 12% всего объема производства в Великобритании. А работает в нем 1 100 000 человек. Но около 3 всех транзакций производятся клиентами из Европейского Союза. Все может измениться после Брексита, если Лондон не обеспечит такого же уровня доступа в торговый сектор. Эксперты предрекают, что через несколько лет вместо финансового центра Европы
Европы может занять Париж. До выхода из Евросоюза остается год. В финансовых кварталах Лондона заметен спад активности. Ну а о массовом бегстве компаний пока речи не идет. Пока ход переговоров о Брексите говорит о том, что в краткосрочной перспективе из Лондона в другие города Евросоюза переедет минимальное число офисов. Думаю, эффект для разных частей рынка будет разный. Если в 2019 году мы не сможем достичь соглашения или договор будет плохим, то это подорвет уверенность инвесторов. Но уверенность среди владельцев компании – это более долгосрочный показатель. Из-за разлива нефти в колумбийской реке Магдалена продолжает гибнуть рыба. Страдают и другие речные обитатели. Местные жители запретили использовать воду из реки. Экологическая катастрофа произошла в марте. Из скважины вылилось 23 тысячи баррелей нефти. Она попала в Магдалену, главную и самую длинную реку Колумбии. Власти страны намерены оштрафовать компанию «Экопетрол», которой принадлежит скважина. Директор «Экопетрол» заявляет, что не ожидала катастрофы. Такое произошло впервые в истории компании. Нефтяное пятно уже распространилось на 15 километров вдоль Магдалены и попало в реки Лисама и Сагамоса. Природоохранные организации очищают реку от нефти и спасают пострадавших животных. Руководство нефтяной компании обещает помочь в этой работе. Экопетрол – крупнейшая нефтяная компания Колумбии. Ее основали более 100 лет назад. До Брексита остался ровно год. Европа оказалась на распутье. Наиболее благополучные страны Евросоюза говорят о необходимости сохранять единство. Однако согласны с этим далеко не все. У греков свои счеты с Евросоюзом. Брюссель поддержал Афины на пике финансового кризиса в Европе. Однако взамен Еврокомиссия навязала Греции политику строгой экономики. Сказать, что грекам пришлось потуже затянуть пояса, значит ничего не сказать. Уровень безработицы в Греции в начале 2018 года составил 21%. Причем большинство безработных, около 70%, вынуждены сидеть дома без дела, по году и более. А это весьма тревожный фактор в системе сбоя в экономике. Больше всего от кризиса пострадали греческая молодежь и пенсионеры, то есть люди, олицетворяющие будущее и память о былых счастливых годах в прошлом страны.